Приветствую вас, друзья, на канале ЧуЧе ТВ. Мы продолжаем серию видеообзоров модернизации и улучшений замечательного принтера Tronce XY2 Pro, о котором я уже делал ранее обзор. Честно говоря, этот принтер меня впечатлил, потому что учитывая его невысокую стоимость в 188 долларов с доставкой, мы получаем очень неплохой девайс, который способен конкурировать с известными марками, Анетами, тева Tarantulaми и даже всем известным Ender 3. За счет неплохой 32-битной электроники, TFT экрана, хорошо выставленной качественной оси Z, качественным кареткам, прекрасно сбитой мощной раме с хорошим запасом, ну и конечно же огромной областью печати для такого ценового диапазона. Но как и любой другой принтер из Китая, он требует определенных доработок. Мы с вами сюда установили вместо штатного хотенда MK8 вот такой замечательный Директ BMG Wind, который показал себя просто великолепно в работе на том же Endery 3. Но так как у нас область печати значительно больше, чем у эндера, плечо у нас очень длинное, портал длинный, и, соответственно, при перемещении головы могут происходить небольшие перекосы. Они незначительные, но со временем могут усилиться, если где-то неправильно, допустим, собрана механика или слабо поджатые ролики Open builds. Чтобы исключить этот момент, на Tron XR2 Pro мы сегодня поставим вторую ось Z. Синхронизируем ее с первой и в итоге получим стабильную качественную печать. На этом замечательном принтере. Вот так выглядят наши каретки с обратной стороны. В нашем случае нам нужно сменить штатные короткие винты на более длинные. М540. То есть мы ставим на каждый ролик OpenVis длинный винт. А также добавляем по одной втулочке. А поверх этой конструкции поставим уже готовую площадку. Ее можно купить на Алиэкспресс. Конечно можно было бы распечатать на 3D принтере. Но ну, я посчитал, что здесь у нас очень хороший металл, алюминий, достаточно толстый. Кстати, металл намного толще, чем у того же Ender A3, более жесткий. И это мне очень понравилось. Тем более, это уже готовый вариант. Вставляем в наши посадочные места. Ну и, конечно, фиксируем самоконтрящимися гаечками М5. В последнее время я слышу часто такую фразу, как принтер должен печатать из коробки. Но это совершенно неправильно. Почему? Потому что принтер приходит у нас не полностью в сборе и отстроенным. Он приходит в кит-наборе. Какой-то принтер собран частично на 20%, какой-то на 50%, какой-то на 60%. Их соответственно качество печати зависит еще от вашей сборки. Как вы правильно соберете и настроите те или иные узлы. К примеру, на том же Ender 3 при сборке на заводе часто пережимают каретки. То есть ролики OpenBIOS. Из-за чего каретки ходят очень туго. Этого не должно быть. В итоге это дает огромную нагрузку на мотор, и он со временем просто выходит из строя. С такой проблемой ко мне обратился один из подписчиков, у которого Ender 3. То есть независимо от того, насколько популярный и хороший принтер, все равно проверяйте, чтобы у вас все было настроено. Лучше заново пересобрать принтер с нуля, но тогда вы будете точно уверены, что механика у вас в полном порядке. Вот сейчас проверяем. Каретка у нас ходит в принципе достаточно свободно, хотя можно немножечко, чуть-чуть ее еще отпустить вот так. Проверяйте, чтобы она не люфтила. Теперь аккуратненько отодвигаем ось и вставляем на место. Проверяйте, чтобы тагайки у вас провернулись полностью. Иначе они будут не намертво фиксироваться. Как видите, друзья, люфта практически нет, но все равно ось прогибается, потому что у нас нет второй оси Z. При настройке оси Z обязательно отсоедините наш мотор, чтобы вы могли спокойно двигать вверх и вниз нашу ось не боясь того, что спалите драйвер. На следующем этапе нам нужно поставить Т-8 винт. Сразу хочу отметить, что винт, который идет в комплекте с нашим принтером, он достаточно короткий. Имеет длину всего лишь 380 мм. А нам нужно, чтобы этот винт, видите, насколько выпирал сверху, над принтером. Так как мы здесь будем ставить ремень синхронизации. Поэтому в Китае я купил 400 мм винт. Это 4 заходной с перемещением 8 мм за один оборот. И поставил его сюда вместо штатного а штатный более короткий мы поставим сюда. Благодаря такой рокировке нам не придется покупать два винта. То есть мы будем использовать заводской тоже. Для перемещения Т8 винта будем использовать штатный заводской мотор от экструдера, так как у нас он оказался свободный. Ведь на ось мы поставили директ экструдер от Melo Store, в котором уже идет в комплекте короткий мотор. Хочу обратить ваше внимание, что у данного штатного мотора вынос штока роторного значительно больше, чем у других моторов. Где-то на 1 сантиметр. И благодаря такой длине мы можем использовать наш короткий Т-8 винт заводской. У некоторых из вас возник логичный вопрос, какую же муфту использовать для нашего мотора? Ведь на рынке присутствует их три вида. Вот такая вот гибкая, цельная и разрезная. Вот такая вот пружинная муфта зачастую используется в жестких конструкциях, таких как ШВП, где винт фиксируется с обоих сторон, то есть у нас он не двигается. В таком случае пружинная муфта как раз и применяют, потому что винт ШВП очень толстый в отличие от Т8 винта, и, соответственно, любое биение будет сказываться на работе самого механизма. Но можно ли использовать такие муфты для 3D-принтеров? Да, можно, но это, честно говоря, не самое лучшее решение. Почему? Все очень просто. Наша муфта, помимо того, что может смещаться практически по всем осям, она может как растягиваться, так и сжиматься, что для нас совершенно не подходит. Дело в том, что Т8 винт у нас нигде не фиксирован. То есть, грубо говоря, весь портал висит на самом моторе. И если муфта будет нестабильная и сможет растягиваться и сжиматься, то это может привести к дефектам печати. Но если так случилось, что вам уже пришла такая муфта и делать уже нечего, то вы можете, в принципе, ее поставить. Но поставить правильно. Для этого мы вставляем муфту, фиксируем жестко на валу. Вовнутрь муфты вставляем небольшой шарик металлический. При этом, когда вставляем Т8 вал, Немножечко муфту нужно натянуть, чтобы она была в натяжении и зафиксировать. То есть, грубо говоря, она будет поджимать наш вал к шарику, а сам шарик будет поджиматься к штоку нашего мотора. Тогда в этой спарке будет происходить постоянное натяжение, и таким образом наша муфта уже не будет ужиматься. А значит отклонение при перемещении портала у нас, естественно, не будет. Вторая муфта, которую я тоже не особо рекомендую, это цельная муфта. Почему? Потому что отверстия, которые посадочные здесь сделаны, они не совсем точны. Если поставим, например, на вал, мы видим, что она просто люфтит. Посмотрите, насколько. Это очень много. То есть из-за этого люфта могут возникнуть биения. И даже вот эти вот фиксаторы боковые, они не всегда спасают. То есть использовать такие вот жесткие муфты можно только в том случае, если у вас идеально подогнаны здесь отверстия. То есть они имеют точный диаметр, как наш вал и как вал нашего мотора. А вот это вот последний вариант, друзья. И самый, наверное, оптимальный, самый лучший. Кстати, такая же муфта стоит с завода. И это еще один плюс компании Тронкси. Это разрезная муфта. Посередине у нас идет прорезь. Она ведь и не до конца, не в виде пружины, как, например, вот здесь. Благодаря этому идет отдельное поджимание Т8 винта и отдельное поджимание штока нашего мотора. Ну и самое главное преимущество данной муфты в том, что биения у нее практически нет. Одеваем ее на мотор, при этом надежно фиксируем. Но прежде чем ставим вал, давайте сделаем небольшой замер. Для этого нам понадобится вот такой вот инструмент. То есть обычная дрель или же шуруповерт. Благодаря такому эксперименту мы определили, что наш вал идеально ровный. Обязательно проверяйте перед установкой Т8 винты. Потому что из трех винтов у меня оказался только один нормальный, который я уже поставил. А это, кстати, заводской винт от компании Tronxi и он с завода идет практически идеально ровным. Что в принципе тоже добавляет определенный плюс в копилку нашего принтера. Теперь смело можно установить наш Т8 винт. Точно так же его фиксируем с помощью шестигранника. В отличие от латуневой гайки, которая у нас безбожно люфтит, я использую нейлоновую. У нее вообще нет никаких люфтов и движется она очень даже свободно. Теперь что касается крепления нашей оси Z на станину принтера. Для этого можно использовать, например, распечатанный на 3D принтере вот такой вот интересный крепеж. Я его опробовал и от него отказался, потому что пластик, к сожалению, не самое лучшее решение. Угол 90 градусов здесь не всегда выдерживается, да и сам по себе пластик, он прогибается, а нам нужно, чтобы была жесткая конструкция, монолитная. Кстати, к реалити так и не исправили этот косяк и до сих пор штампуют на своих принтерах вот такие вот пластиковые крепежи. Поэтому в Китае я купил вот такой вот интересный уголок. Он ставится вот таким вот образом и фиксируется на станину. Но учитывая то, что здесь у нас толщина достаточно маленькая, угол 90 градусов непонятно выдержан или нет, есть еще скругление, это конечно же уменьшит жесткость нашей конструкции, что нам естественно не подходит. Поэтому в Китае докупил фрезерованный крепеж. Это точно такой же крепеж, который стоит у нас уже изначально с завода на Тронксе. Он надежный. За счет того, что здесь у нас все грани фрезерованные, шлифованные И угол 90 градусов полностью выдерживается. Благодаря такому крепежу наша конструкция будет стоять намертво на нашей станине. Что и в принципе нам нужно получить. Для установки нам понадобится два винта М412 и две Т-гайки. А также два крепежных винта М312. Далее вставляем нашу ось Z установленную каретку и фиксируем Т гайками. Проверяйте, чтобы площадка у нас стояла идеально ровно. То есть ваша задача выставить ось Z таким образом, чтобы Т8 винт находился посередине отверстия нашей площадки. Теперь аккуратненько поднимаем нашу ось вверх. При этом также смотрим, чтобы Т8 винт находился в соосности с нашей площадкой. Теперь, конечно, нам нужно синхронизировать эти два винта, чтобы у нас не произошло перекосов после того, как принтер перестанет работать. А для этих целей я спроектирую специальные крепления для синхронизации. Именно для Trons XY2 Pro. Например, этот элемент отвечает за фиксацию самой оси Z. Он регулируемый. Такое же крепление уже установлено с завода на Troncy XY2 Pro на первой оси Z. В это крепление впрессовал подшипник 688Z с фланцем. Также сделаны специальные вырезы для регулировки. Ну и винты здесь нужно использовать M320. В итоге получаем вот такую вот регулируемую конструкцию. Сейчас мы ее установим на наш Tronx. Для установки наша площадка, как видите, должна быть в самом верху. Старайтесь выставить так, чтобы у вас не было перекосов, то есть максимально ровно. После этого уже намертво фиксируйте. Ну а дальше сверху уже фиксируем маленькие винты. Далее нам нужно установить механизм натяжения. Состоит он из двух частей. Сюда мы вкручиваем винт М530 и три гаечки. Одна впрессовывается вовнутрь и две сверху, чтобы немножко приподнять шкив. Также есть две прорези для регулировки натяжения. И конечно же, друзья, сам винт М430 для натяжения. Механизм крепления натяжителя выглядит следующим образом. С обратной стороны прессованные гайки М3. Ну а здесь у нас винты М412 с Т-образными гаечками. Вставляем натяжитель. То есть прокручивая вот этот вот винт, мы будем оттягивать натяжитель, тем самым делать натяжение нашего ремня. Устанавливаем нашу конструкцию на верхнюю балку. Теперь, друзья, очень важный вопрос по выбору комплектующих. Потому что некоторые сомневаются в том, что дорогие комплектующие есть смысл покупать. Можно купить там какие-нибудь дешевые. Вот пример дешевых шкивов, черные. Из 10 вот таких вот шкивов у меня только один вот такой вот рабочий. То есть я переплатил кучу денег за один всего лишь шкив. И, кстати, он тоже немножечко подзакусывает. Потому что, друзья, чудес не бывает. Представьте себе сделать качественный подшипник вот такой вот миниатюрный с миниатюрными шариками за несколько центов это физически невозможно. Поэтому вот такие вот дешевые подшипники, они недолговечны. Их надолго не хватит, и, честно говоря, вы просто потратите кучу нервов, сил и времени. И это касается не только шкивов с подшипниками, но и даже тех же самых обычных шкивов. Черные шкивы у нас не имеют идеальной геометрии, из-за чего происходит биение. Поэтому я отказался полностью от использования вот таких вот шкивов. Они дешевые, но они не стоят своих денег. Поэтому прикупил более дорогие, но в то же время более качественные, у которых проблем с этим нет. Также хочу отметить, что для нашей синхронизации нам понадобится замкнутый ремень 2GT на 660 мм. Посередине я поставлю этот не особо качественный шкив, потому что, к сожалению, у меня другого просто нет. Еще не приехал из Китая. Но учитывая, что здесь нагрузки минимальные, поэтому можно поставить и такой. По бокам мы поставим уже более нормальные качественные шкивы. И конечно же это все синхронизируем ремнем 2GT. Ремень сильно не перетягивайте, так как в данном случае он у нас выполняет функцию всего лишь синхронизации, не более. Проверяем ход движения нашей оси Z и видим, что у нас происходит достаточно плавное движение. Никаких закусываний нет. Как видите, друзья, настройка оси Z достаточно простая, ничего сложного в этом нет. Мы установили синхронизацию, она не даст сбиваться нашим соседним осям, ну и к тому же обеспечит более точное перемещение. Естественно, у вас возникает вопрос, как же дальше подключать наши моторы. Для этих целей в Китае я купил разные наборы. Например, вот такой вот удлинительный провод. Он работает от одного драйвера и делает раздвоение на два мотора. И такое решение можно использовать на других принтерах. Или же вот такой вот раздвоитель. Здесь у нас идет вход и два выхода по два мотора. Но в нашем случае такое решение не понадобится, так как мы будем использовать обычный провод для мотора. Ведь на нашей материнской плате предусмотрен специальный разъем именно под второй шаговый двигатель. Так что никакие раздвоители нам не понадобятся. Подключаем провод к мотору. И здесь очень важный момент. Нам нужно проверить, что у нас правильная распиновка. Потому что бывает такое, что разные моторы, разные провода и разная распиновка. Выставляем мультиметр в режиме замера сопротивления. И прозванием первый и второй контакт. Обратите внимание, что он звонится. То есть это у нас первая обмотка 3,3 Ома. Точно так же прозванием 3 и 4. Тоже 3,3 Ома. Все верно. Еще раз повторюсь: штекер, который вставляется в материнскую плату в разъем драйвера, должен прозваниваться следующим образом: первый и второй, третий и четвертый. Ну а теперь немножко нам нужно перевернуть наш принтер. Вот, к примеру, у нас подключена первая ось Z. А это разъем именно под второй шаговик второй оси Z. Здесь у нас по умолчанию установлены две клеммы. Их нужно вытащить. А вместо этих клемм вставляем наш штекер. При проверке оси Z обязательно убедитесь, что у вас моторы крутятся в одну и ту же сторону. Оба. Если они крутятся в разные стороны, вам нужно просто этот штекер развернуть на 180 градусов. И вставить вот таким вот образом. Обратите внимание, что наши муфты двигаются в одном направлении. Увеличим интервал. Наперед 10 мм. И вот, пожалуйста, наши муфты двигаются в правильном направлении. При этом предварительно синхронизирующий ремень я снял. Так как мы правильно определили направление, то данный ремень можно вернуть теперь назад. Ну а теперь, друзья, можно смело нажать выход в холм. Две оси отрабатывать синхронно. То есть у нас вообще никаких проблем даже с остановкой принтера не будет, потому что синхронизирующий ремень не даст перекоса. Благодаря установке второго Т8 винта мы получили высокую жесткость нашего портала. И самое главное стабильность печати. То есть при перемещении головы, даже если она будет весить хоть килограмм, никаких изменений не будет. Еще очень важный момент. Данный комплект для установки второй SZ может подойти практически на любой принтер. Единственная разница только в том, что вам скорее всего придется купить немножко другого размера замкнутый ремень. Не 660, а например для эндера 650. Ссылки на другие комплектующие, которые нужны для сборки и второй оси Z, а именно площадка, втулки, я размещу под видео в описании. Как и на другие полезные девайсы, которые позволят вам сэкономить. Как видите, ребята, ничего сложного в установке нет. Я сделал максимально подробную инструкцию, что разберется даже ребенок. Надеюсь, это видео вам оказалось полезно и интересно. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.